Всем привет! Сегодня свой путь мы держим парка Dreamwood на мероприятии «Улетный выпускной». Dreamwood Park находится на территории отеля «Мрия». В Welcome-центре, так называется главный вход на территорию отеля, мы приобрели билеты. Нам все хорошо объяснили и сказали, куда дальше идти. А в Welcome-центре есть удобства: кулиш с водичкой, небольшой буфет и есть чем заняться деткам в ожидании. От Welcome-центра до Dreamwood оказалось идти 2 минуты пешком. Мы решили не заморачиваться и спустились с коляской сами, а наши детки поехали на электрокаре. У парка Dreamwood нас приветливо встретил персонал. Вокруг, конечно, красота невероятная. Сейчас пойдем наслаждаться, а вам приятного просмотра. Так, мы попали в Dreamwood, в дерево мечты. Здесь дорожки для колясок. Все зелено, прям как будто бы я правда попала в лесное царство. Вот, пожалуйста, чтобы не заблудились. Водный аттракцион «Визги-брызги». Детская аквазона. Такая вот уютная зона отдыха. Аттракционы, конечно, прикольные. Кататься на них можно сколько захочешь, но выстоять в очередях под солнцем не так-то и легко. Пенная вечеринка. Аттракцион «Визги-брызги» выше всех похвал. В честь улетного выпускного приезжали блогеры-миллионники. По тебе скучал, с ума свела разлука, все мысли о тебе, любовь сплошная мука. После концерта блогеров самое то прокатиться по воздушной дороге Данделеон и с высоты 10 метров насладиться Dreamwood'ом. А вот мы зашли под купол. Здесь находится невероятное дерево, которое называется деревом приключений. Здесь очень красиво. Сам купол – это панорамные окна, через которые виден Dreamwood. Вдоль ствола идут крутые ступеньки. И горка для самых маленьких и бесстрашных. Единственный минус, что очень душно в стволе дерева. Внизу проводят мастер-классы для деток. Вдоль купола очень атмосферно прогуляться. Если честно, я бы по такой горке побоялась бы спускаться. Мои дети, кстати, не смогли спуститься, потому что они так устали и не в состоянии были выстоять очередь. Отдельную благодарность хочется выразить за аренду зарядок. Это супер, это находка. У нас у всех разрядились телефоны, провод не подходил к пауэрбанку. И здесь, вау, такая технология. Прям браво-браво. Внизу купола есть чистая, светлая детская комната с современными игрушками. Так, вот такую нам красоту принесли в ресторанчике в Dreamwood. Средняя цена пиццы 850 рублей. А вот на такой дорожке к нам приедет еда. Дядя, сейчас тебя покормим.
На заметку, последний заказ в Дримвуде можно сделать до без 26 вечера. Пожалуйста, еще одно произведение искусства. Так, вот такая вот комната матери ребенка в Дримвуде. Как себя показала больше. Да, вот такая здесь интересная детская комната. Есть туалет для мамочек, я впервые вижу такое. И вот такое вот интересное приспособление, когда мама идет в туалет, ребенка можно посадить, и вот он под присмотром. Единственное, нет тепленькой водички, конечно же, но ничего. Пеленальный столик в большом количестве влажной, пеленочки. Есть еще баночки для подогрева детского питания. Да, лизунчики, еще что-то у нас там есть. Да, просто полочки, просто место. Да. В общем, уютненько. Но темное освещение. Специально, наверное, если ребеночек там, чтобы сильно не активничал. Еще одно увеселительное мероприятие, на какое мы попали, это Jeep Ride. Нам повезло, здесь очередь двигалась очень быстро. Плюс этого Jeep Ride, что здесь можно было прокатиться с годовалым ребенком. Только посадить нужно было его рядышком возле себя. Да, нормально, мы сидели с лизуном. Литочка, тебе классно? Нормально, проезжаем. Да, замечательно. Да, мы вот тут вот катались на горках. Маленький маршрут на американских горках, тогда, конечно, классно. Так, а тут, оказывается, вот это все красивые постройки. Это, оказывается, мини-гольф, а не просто, просто красота, типа, как я думала. Да. Богатая жизнь, она другая. И эта чудо-печка, оказывается, тоже мини-гольф. Вот такая вот здесь красота еще есть. Зеленый лабиринт. Ой, вообще безумно красиво. Как красиво! Прям завораживает. Ух ты! Класс. Ой, малышка. 5 тонн скалы. Крутится. Вот так вот все в цветах утопает в зелени. Здесь мы еще не успели, просто не успели. Очень большая была сегодня шоу-программа, хоть мы приехали очень рано, но на самом деле везде много людей, очередь. То туда сходили, то туда, там зависли, там полюбовались. Как-то так. Вот и подошел к концу наш улетный выпускной в Дримвуде. Мы успели посетить не все развлекательные мероприятия, но наши дети остались в восторге.